Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Мария Кожевникова. Объемы строительства в регионе упали на 17%. При этом в Самарской области, например, стали возводить на 18% больше жилья. Этот регион является лидером в ПФО по росту объемов строительства. Кировская же область попала в число тех 8 регионов ПФО, где в этой отрасли наблюдается спад. Если по итогам первых 6 месяцев этого года снижение объемов построенного жилья составляло 1,5%, то за январь-сентябрь Кировстан зафиксировал падение на 17% относительно соответствующего периода прошлого года. В целом по Российской Федерации спад составил 6,5%. Отмечу, в Кировской области за период с января по сентябрь этого года построено 5345 квартир общей площадью 322 тысячи квадратных метров. Дайджест недвижимости. Структурное подразделение КЧУС хотят обанкротить. Речь об организации СМУ-2, которая входит в состав холдинга строительной компании КЧУС. Иск с требованием признать СМУ-2 банкротом в арбитражный суд Кировской области направлен управлением Федеральной налоговой службы по Кировской области. Невыплаченные организации налоги по сообщению ФНС составляют 14 миллионов 706 тысяч рублей. Об этом сообщает портал РИК Киров. Источник уточняет, что ООО КЧУС СМУ-2 согласно проектным декларациям ведет строительство 3 домов. Заказчиками их являются УКС КЧУС и акционерное общество КЧУС. Дома расположены на улице Красной Звезды 32, улице Красноармейской 82А и улице Ленина 31. Дайджест недвижимости. Кировчане рассказали, чем недовольны в сфере ЖКХ. Рейтинг обращений на горячие линии в третьем квартале озвучили в региональной общественной палате. 50% жалоб связаны с недовольством жителей области на начисление платы за ЖКХ. В первую очередь кировчане жалуются на расчет платы на общедомовые нужды и на перерасчеты. Вторую строчку рейтинга заняли жалобы на качество предоставляемых коммунальных услуг. На третьем месте – законность использования общего имущества в многоквартирном доме. Следом – проблемы в обслуживании многоэтажек, неудовлетворительное состояние общего имущества. Здесь же проблема двойных платежных документов, закон из действий ТСЖ, ЖСК и управляющих организаций. Пятую строчку рейтинга заняли жалобы на плохую уборку дворов и общественных мест. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.